Патриотизм в сердцах крымчан неискореним. Свидетельство тому – российская символика, которой пестрят все города полуострова. Государственные флаги чуть ли не в каждом доме, люди, одетые в главные цвета страны – все это реалии современного Крыма. В чем причина такого патриотизма, выяснял Эдуард Здоров. Чего здесь только не встретишь, и чашки с изображением президента, и футболки с российским флагом, и даже самый ходовой российский сувенир – легендарные матрешки. Товары с российской символикой крымчане и гости полуострова разбирают очень активно. Особой популярностью пользуются флаги России и Крыма. Мы тоже решили не отставать и приобрели вот такую маленькую частичку большого государства. Огромным спросом пользуются именно флаги и именно с российским гербом. Еще спрашивают крымские флаги, но в данный момент нет. Ну, российские флаги хорошо, ну, покупаются. Флаги на самом деле везде. Многие крымчане приспособили их на балконах своих квартир. У большинства автомобилистов тоже найдется маленький триколор. Чаще всего у лобового стекла. Многие просто носят их в руках, а кое-кто и на голове. С праздником! Если же переходить на личности, то здесь вне конкуренции президент России. Продукция с изображением Владимира Путина – топ праздничного дня. К примеру, счет проданным футболкам в сувенирных лавках в центре Симферополя идет на сотни. Ой, хочу только Путина. Ой, одела девушка, она большая. Ну и что, я мечтала. Да и сами продавцы, что называется, идейные. Для Дениса продажа сувенирной символики не только хлеб, но и убеждение. Он прекрасно понимает, благодаря кому Крым избежал украинского хаоса. Благодарит, как может. Флаг России у него на рабочем месте. Я очень рад, что Крым теперь это Россия, теперь это наша общая страна. Вот. И уважаю Владимира Владимировича Путина, вот у меня портрет висит, флажок. Вот. Очень уважаю этого человека. Вот. И я думаю, всегда у меня будет этот флажок висеть, я его снимать не буду. А этот человек – сторонник автомобильного патриотического флешмоба. Андрей – один из командиров народного ополчения Крыма. Он с товарищами украсил флагами боевой автомобиль своей роты, на котором они несли дежурство в период крымской весны. И память о днях минувших, и в тренде, что немаловажно. Это у нас боевой автомобиль моей роты. Он еще был тогда в совсем другом состоянии, когда проходили мероприятия крымской весны. Естественно, все патриотические чувства пытаемся хоть как-то проявить, вот хотя бы так. От взрослых не отстают и дети. Арина с друзьями гуляет по городу и наслаждается выходным днем. Флажок в руках, флажок на щеке. Рисовала сама. Закрашивалась дома, взяла акриловые краски трех цветов, пошла в ванну, смотрела в зеркало и красилась. Можно с уверенностью сказать одно – крымский патриотизм – факт существенный и неоспоримый. Все в Крыму, от мала до велика, любят свою великую страну, свою малую родину и своих близких. Праздника! Чтоб вы были здоровы! Эдуард Здоров, Анатолий Скорик, Игорь Романенков. Время новостей.